Всем привет! Вот не удержалась, решила снять ролик. У меня семена одни от русского огорода, вторые от гавриша. И одни и вторые семена уже давно просрочены. У одних срок до 18 года, у вторых до 19. Просто решила посеять, так как хочу в этом году посадить очень много чериков, нашла старые семена и попробовала. Схожесть стопроцентная, вообще меня удивили. Очень красивые. Тут вот я сеяла их по 10 штук, думала, что что-то не приживется, выкину. Ну или не взойдет. А оказалось, что все взошло. Взяла их, немножко проредила, оставила столько, сколько мне надо. Ну прекрасно. Одни замачивала в раствор семена, в раствор из хвои, как я обычно на 10-15 минут замачиваю семена. А вторые, вот эта капля, они уже были обработаны чем-то, поэтому я их вообще не замачивала. То есть сухие посадила, но меня очень удивила их схожесть. Так, ну сейчас заодно посажу для тех, кто начинающий огородник, как я это делаю. Значит, стаканчики у меня такие, подписываю, делаю углубление. Так, это у меня московский деликатес. Московский деликатес. Обычно я побольше их подсушиваю, чтобы корешки тут немножко у меня были политы. Вот так. Отделяю. Вот здесь видно, что были. Даже не буду его отделять, пусть. Опускаю в дырочку. Прижимаю. Так. Теперь подсыпаю землю. Поливаю. У меня вода с укоренителем. Буквально чуть-чуть, там 1 грамм, меньше даже 1 грамма на литр воды добавляю. Так, вот полила. И теперь присыпочка. Ну вот так. Вот такие красавчики. Всем спасибо, кто меня смотрит. Подписывайтесь. Я выставляю ролики и на YouTube, и в Телеграме. Делюсь тем, что сама знаю, то, что наработала. Если кому-то интересно, я только буду рада.